Сегодня 13 августа. 13 августа 1869 года император всероссийский Александр II утвердил устав Самарской биржи. Однако сразу биржевое дело в столице губернии не привелось. Местные купцы предпочитали договариваться прямо на пристани, в торговых рядах или в кабаках. И только в 1893 году было принято постановление биржу в Самаре все-таки учредить, поскольку устав ее был царем утвержден. Ежегодно 13 августа отмечают Международный день левшей. Согласно статистике, на Земле сейчас около 10% леворуких людей. В России прежде к ним относились подозрительно. В частности, леворуким запрещали давать показания в суде, а в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. В наши дни с этим все гораздо проще. Более того, считается, что все левши – люди одаренные, у них сильный характер и мощный творческий потенциал. В народном календаре сегодня Евдокимов день. На Руси у этого дня было особенное значение. Православные отмечали Евдокимова заговение перед Успенским постом, про который говорили так: «Успенский пост не голодный». В эту пору, как правило, всего было много. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. А еще говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить барану, то есть провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались ее зубья. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 13-й день августа. Всего вам самого доброго!